Всем привет, ребята, вы на канале Майки Стоунлазики. Как вы помните, я... я даже это не на видео, просто я умер. Меня просто убила ведьма. Кто-то еще успел развязать тела как-то. Так, будто я случайно забыл, что я видео снимаю. Ладно, так. Кстати, это видео должно идти 11 минут. Ну, если как получится. Надеюсь, это видео будет 11 минут идти. Я вам даже не могу попасть. Опа, наконец-то. Смертный ложник, наконец-то. Меня один раз... Ха, да на... И второй лук. Как у меня уже лук было? Мне эти луки уже девать некуда. Так, где этот лук? Я, кстати, некоторые свои вещи потерял, пока дрался с ведьмой. Я с каменного меча, па-па-па-па-па. Вот вещи, я их подобрал. Если вы слышите посторонний звук, не обращайте внимания. Надеюсь, все-таки это видео будет идти 11 минут. Очень. Хоп-хоп. У поводки. Получила лама. Пам. Снимаемся. Кэтшотом голову ламы. Я на нее успел сесть. Если вы слышите патрульные звуки, не обращайте внимания. Пам. О! Тут тебя можно ударить. Чё? Сколько у тебя ещё хп? Одно. А, поверьте, поверьте, а. О-о-о. Нам все набирается хп. Блин. Опа, вот и у нас порошок. Кстати, у меня выпала куча порошка. О, а давайте попробуем динамит скрафтить. Получится, может. Что, может получиться, может нет.
О, маленький Цыпа. Я твой не папа. Хоп. Попали. Унтин, тан-тан-тан. Удочка, удочка. На ваших глазах. Сейчас колочка исчезнет. Да блин, кошка исчезает уже. Да кошка умеет. Так, когда она умеет, сколько у нее еще хп осталось? Ну ты попалась. Стоять. Ну все. Вылез. Не уйдешь. Все, мила. Ах ты. Ах ты. Маленький проказник. Умри ты. Курица. Стой. Все, надоело мне. Так, где ты? Курица уже. А вы не помните, где динамит находится? Я могу сделать вот лопату. Лопату. Лопаты. Лопаты, лопаты, лопаты. Мне нужен мой динамит. Мне нужен мой TNT. Мне нужен мой динамит. Мне нужен мой динамит. Мне нужно мое TNT. Тин-тин. Мой музыкант. Что делать? Кожу. Вот что надо. Сама кожа только другого человека. Ну блин, где же динамит? У нас совсем из этого ничего нет. Ни досок у нас нет. И нет. Я могу сделать блок шерсти. Так, где же? Да, вот еда. Вот, готов мне. Ну, эти вещи почти у меня есть. Считайте, сахар у меня есть. Считайте, у меня есть молоко. Считайте, у меня уже в кармане яйцо. Я потому что не могу найти яйцо быстро. Какую-нибудь курицу забрать. А все. Ой, антин-тан-тан-чин-тин-тон. И блин, я так долго искал и потерял. Вы скажете, что искал, потерял. Конец динамита. Но почему? Чего? Скажите, что... Ребят, это же не так будет делаться из... Алмаста ямба. Убегамба. Если... Считайте, у меня алмаз в кармане. Сколько у меня костей? Все. Считайте, что алмазик у меня в кармане. Видите, из чего делается алмаз? Так, мне осталось только одно найти. Где же
Яд, вы хотите алмазик? Я хочу, а они не хотят, чтобы у меня был алмазик. Так, вы хотите, чтобы у меня был алмазик или нет? Да-да. Я, держи. Так, тут быстрее найти. Ну где же тростник? Ну как назло. Блин. Ребят, наверное, вам это будет неинтересно. Мне вот тоже интересно, как будто. Как помните, у меня эндерпёрл и спа, и вся. Все, стоп, стоп. Эндерпёрл. Я забыл. Стоп. Блин, я забыл, как делается. Уже ночь настала. Ребята, я забыл. О, нет. Я забыл. Ну, давай, где ж ты, миленькая? Где ты есть, когда ты мне очень нужна? Где ж ты? Где? Я хочу алмаз получить. Вот, алмаз. Ну, стоять. Нужен. Закрасить. О, желтый. Так, давайте поспим быстро. Я даже сажаю сейчас не хочу. Я хочу сделать алмаз. Так. Я ужасно хочу сделать алмаз. И вы мне поможете. У меня будет алмаз. Вы хотите, чтобы у меня был алмаз? Хотите? Мне понадобилась вся ночь. Но ничего. Ради алмаза. Держу краситель. Вот. Где наш алмаз? Че? Что это? Что это? Звездочка маленький шар жил желтый. Что с ним делать? Я ради этого. Ай, ты чё? Я ради этого копошился. Я был... Я... Какой я злой. Я думал, что... Что с ним делать, ребят? Напиши в комментариях. Прошу вас, пожалуйста, напишите, что с ним делать. Я уже всех рыбал почти установились. Я могу смотреть, что у тебя. Ладно, тогда буду пытаться сделать. Где же она? Только же я потратил. Блин. Я думал, получится алмаз. Там, ребят, нарисован был алмаз, да?
Обманщики. Хватает ни одного алмаза. Я полностью кожаник. Почти. Ах, как жалко. Я-то думал. Эх. Да, я послушаю. Ура, сколько много стрел. Да. Тут. Так, мне осталось только сделать одну. Где? Я вот напишу в комментариях, где. Зачем она? Хотя не напишу в комментариях. Это как ты? Зорлага. Фулни старая кайма. Что? Нет, так уже есть. Питок. Всем пока, вы были на канале Майки Сумовачки. Всем пока!